Увеличить размер прожиточного минимума в 2 раза предлагают члены Коммунистической народной партии Казахстана. Как известно, сумма минимальной потребности гражданина в стране с 1 апреля составляет чуть более 32 тысяч тенге. Эти деньги рассчитаны на товары первой необходимости, продукты, коммунальные расходы, культурные и социальные потребности. Но на деле сумма едва покрывает и стоимость продуктов питания, говорят члены КМПК. Они предлагают сократить число работников государственного и квазигосударственного сектора на 20%, как уже было ранее сказано в послании президента. А сэкономленные на этом бюджетные деньги нужно направить на улучшение благосостояния казахстанцев, считают они. Если мы сейчас говорим о прожиточном минимуме, то лучше всего разработать какую-то шкалу. Вот эта вот шкала должна отражать условия кризиса, нормальное существование, когда мы живем, да, там, и сюда должно включиться все. И посещение фитнеса, и культурно-массовые мероприятия, театр, кинотеатр. Это среднее, а максимальное, она должна быть выше, чем в той же США или Европе где-то. Это планка, к которой мы должны стремиться.